Всем привет из Калифорнии. Сегодня мы приехали на день рождения к у Рика мамы, 70 лет ей. Мы приехали в такой городок, называется FedEx. Он расположен вообще высоко, это не в горах, а в холмах получается. И когда первый раз вообще приехали, я вообще думала, что это какие-то выкрутасы, что мы чуть ли не как по восьмерке едем туда-сюда, и меня даже как бы укачивает, когда мы долго, ну сколько, час от нас ехать до сюда, и меня даже как бы укачивает. Вообще получается, мы когда въезжаем в него, то мы поднимаемся вообще на самую вершину, вверх. Я думаю, вот если бы жить в таком городе, то ни на каком велосипеде тут, конечно, не покатаешься, потому что такие высокие эти, не знаю, под каким углом там холмы, и вот эти дома расположены на холмах. И вот у Рика родители живут вообще на самой высоте. Мы когда первый раз приехали, это было вообще Рождество, и был дождь очень сильный вот в тот день в Америке. И я вообще так удивилась. Я когда вышла на веранду, ну, у них веранда такая выносная, и вот на нее когда становишься, и вот эта бездна вся, она как бы под тобой. И вот из этой бездны такой как пар прямо выходил. И вот он надвис над этим всем. Это вообще, конечно, просто незабываемо такое. Вот хоть и дождь был, но это все равно очень красиво. Тут любое время года красиво, потому что когда вот дождь или снег, как мы на Тахо ездили, то из этих бездн, вот у них холмы внизу, дома расположены, и на высоте вот этих холмов огромных. И постоянно какие-то вот чудеса природы, так скажем. Ну, конечно, тут без машины никуда, и я говорю, на велосипеде никакого удовольствия вообще не получишь. Асфальт, конечно, ровный-прировный. Все, дороги сделаны хорошо. Девочки там вон играют внизу под верандой, потому что получается у них как бы двухэтажный участок. Наверху получается первый этаж, а внизу как, ну, территория ихняя. Вот такой вот фонтанчик тут. Потом вот так вот заходить. Все так красиво у них сделано вообще. Классненько. Такой вот фонтанчик. Дельфинчики. Классно вообще. Вот это вход в дом. Ну ладно, всем пока.